как по Кане реке проплывала теплоход, оставляя вдали бережок. Шел и по волнам, было весело нам, на душе было так хорошо. Шел и по волнам, было весело нам, на душе было так хорошо. На теплоходе дружная команда, а за штурвалом брат. Всем привет, друзья! Сегодня мы можем сказать про теплоход Алексей Толстой. Построен в 1954 году, модернизирован в 2018. Общее количество кают 83, вместимость 176 человек. Один из трех кораблей проекта 588. После модернизации, прошедшей из разряда трехпалубных в категорию четырех деков, прежнее название судна – Николай Гастева. Теплоход базируется в Самаре, выполняя рейсы из этого замечательного волжского города, а также делал допосадку туристов в Казани. Навигация у Толстого традиционно начинается накануне майских праздников и продолжается 5 месяцев до конца сентября. Основную часть рейсов составляют короткие круизы в Казань и более продолжительные в Нижний Новгород. Кроме того, расписание есть рейсов в Ярославль, Пермь и Астрань, а также 13-дневный гранд-круиз в Москву. Пассажирам вместимость судна не очень большая, порядка 150 человек. Гости размещаются в каютах различной категории со всеми удобствами. На теплоходе есть 4 люкса, которые имеют речные названия «Волга», «Дон», «Нева» и «Кама». Питание проходит по заказному меню в двух салонах ресторана, которые расположены в носовых частях главной и средней палуб. Туристы отмечают прекрасное качество блюд и очень красивое их оформление. Также на судне функционируют пиратские паб и диско-бар. Расположение, соответственно, в кормовых частях средней и шлюпочной палуб. Вечерами в них часто звучит живая музыка. Теплоход Алексей Толстой всегда отличался своей очень насыщенной культурной программой. Многочисленные анимационные мероприятия проходят в течение дня. А вечером для туристов организовывается концерт и дискотека. Много внимания уделяется работе с детьми. У юных туристов есть на теплоходе своя игровая комната. С ним постоянно находится один из членов арт-команды. На стоянку в городах круизом предлагаются различные экскурсии. Необходимо обратить внимание на то, что они не входят в стоимость путевок и оплачиваются дополнительно на борту. Длина теплохода 95,8 метров. Ширина 14,3 метра, осадка 2,4 метра. Два ресторана, бар, пиратский паб, конференц-зал, детская комната, медпункты, массажное кресло, пункт проката, сувенирный магазин, солярий, спутниковое телевидение, Wi-Fi и интеллектуальный клуб «Якорь». Ну что же это, друзья, вот я вам рассказал про теплоход Алексей Толстой. Всем спасибо за просмотр, пока.